Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И сегодня у нас с вами распаковка посылки с куклами из США. И я очень рада, что эта посылка успела дойти, потому что буквально через несколько часов мы уезжаем в отпуск. И прям в последний момент она успела дойти. И это значит, что вам обязательно нужно подписаться на разные мои соцсети. Все ссылки я обязательно оставлю внизу в описании видео, потому что в отпуск я еду со своими куклами, и в соцсетях будут разные очень красивые фотографии из разных красивых мест. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, на группу ВКонтакте, там я буду выкладывать очень много самых разных фотографий. Так. Довольно сложно открывается коробка. Так, тут все тщательно заклеено. Но помимо соцсетей, еще я оставлю ссылку на свой аккаунт на Boosty. И если вам захочется меня поддержать мой канал, то вы можете подписаться на Boosty. А еще там есть варианты подписок, в которых вы будете получать раз в месяц от меня мастер-класс по шитью для кукол Integrity Toys и Барби. И первый мастер-класс уже готов и ждет вас. Ну что, давайте открывать. Посылка сегодня очень интересная, очень необычная и разнообразная. Давайте потихонечку я буду вытаскивать, что же здесь есть. И прям сверху самое первое. Ну, я думаю, здесь уже понятно, да, что это. И это куколка Rainbow High. Зовут ее Delilah Fields. И это такая кукла... Ромашка, очень нежная девочка, и обязательно вместе с вами ее распакуем и посмотрим. Вообще, я очень люблю кукол из линейки Rainbow High, и вот эта конкретно линейка вот с этими девчушками мне очень-очень понравилась. Мне понравились, ну, практически все, кто был в этой коллекции, но вот Ромашка, наверное, больше всех. И, честно говоря, по фотографиям я даже не поняла, насколько у нее длинные классные волосы. И мне очень нравится вживую ее цвет. Он такой бледно-бледно-желтенький у волос. Очень красивая. И такие ягодные сочные губки. Так, ну сразу достанем следующую куклу. И здесь у нас тоже сразу понятно по коробке, да, кто это. И это уже девчушка из Shadow High. Зовут ее Николь Стил. И мне очень понравилась коллекция черно-белых кукол. И на самом деле мне понравились, наверное, все девчонки из этой серии. Я очень долго думала, какую из них выбрать. И все-таки решила вот эту. Потому что мне кажется, что она самая интересная. Хотя все девчонки, я так поняла, из этой серии очень детализированные. У них очень много интересного. И черно-белая, конечно, это действительно классная, забавная задумка такая. Да, я вижу, что у нее очень много разных деталей. И все это в таких разных-разных оттенках серого очень классно смотрится. И очень забавно, что при всем при том, что она вся черно-белая, у нее есть такой легкий румянец на щеках. И следующая кукла. Я впервые увижу эту куклу вживую. Мне было очень интересно, как это выглядит на самом деле. Потому что по фотографии мне очень понравились лица этих кукол. И мне очень захотелось распаковать и посмотреть вживую, что же это такое. Так, сейчас у нас тут много разных пакетиков. Ого, как интересно. Вот такого я не ожидала. Я кукла с непроизносимым названием. Mermaids. В общем, это русалка. И мне очень нравятся русалки. Я обожаю русалок. Честно говоря, не ожидала, что у нее хвост вылазит из коробки. Что он
вот такой. Коробка немножко у меня сломалась. Она из такого тонкого пластика. И при транспортировке что-то немножко поломалось. Когда смотрела на фотографиях, мне показалось, что она не такая яркая. Она вживую такая довольно ярко-сиренево-розовая. Мне показалось, что она более приглушенная, но все равно интересно. У нее очень сложная какая-то прическа. Куча каких-то хвостиков, косичек. И мне кажется, волосы на ощупь будут немножко странненькие, но тоже распакуем вместе с вами и посмотрим. Тоже долго выбирала, какую же взять, и выбирала между вот этой куклой и такой с голубыми волосами, с бантиком на голове из волос. Обе мне очень понравились, но выбрала в итоге эту. Посмотрю, как она, вместе с вами ее откроем, посмотрим, попробуем. И, может быть, если будет классно, то закажу еще. Так, это у нас, это не куклы, это у нас не куклы, но сейчас откроем, я вам покажу, что это такое. Тут все очень тщательно заклеено, я даже не понимаю, где здесь надо разрезать. Это посылка от компании ColourPop. ColourPop — это компания, которая производит косметику, и у них я заказала палетки с тенями. Так, здесь счет на розовой бумаге, какая-то рекламка и три палетки теней. Вообще мне очень нравятся палетки теней от ColourPop, мне нравится их качество, мне нравятся их цветовые решения и очень мне нравится, что я не люблю большие палетки, где куча-куча цветов, потому что это вам надо сидеть, очень долго думать, что же это за этого взять, что же как скомпоновать. А здесь вы взяли палетку, и сразу все друг с другом сочетается. И первая палетка черная. Мне, я вообще очень люблю черные тени. Вот такая палетка. Ну да, такие черно-серебряные цвета. Красивая, интересная палетка. У меня есть еще черно-серебряная, ну, с красным, палетка от Jeffree Star. И вот тоже будет, кстати, интересно их сравнить. Если, кстати, будете заказывать косметику в каких-то магазинах в Штатах и возить в Россию, то обратите внимание, не все склады, не все посредники возят сейчас косметику, потому что это, потому что она под санкциями, да, и не все посредники могут возить. Вторая палеточка вот такая. Здесь побольше цветов, здесь их 12. И она такая красно-кирпичная, наверное, можно так сказать. Красно-оранжевая. Тоже очень красивая палетка. И такие здесь интересные глиттеры. Хотя глиттерами я пользуюсь очень-очень редко, но здесь много разных текстур. Мне вообще этим ColourPop очень нравится, потому что у них в одной палетке сочетаются разные-разные текстуры и много матовых, то есть вам легко накраситься этим всем. И третья палетка, я просто не могла ее не купить, потому что это палетка моему любимому, обожаемому Дарт Вейдеру. Ее даже в отдельную коробочку почему-то решили упаковать. Вот так выглядит сама палетка. Такая тоже серо-красная палетка. Какие-то у меня цвета, да, в этот раз. Очень одинаковые. Но тоже интересно. Мне здесь были очень интересны. Там вот этот цвет, например, как будет выглядеть вживую. Вот этот цвет. Вообще у ColourPop много разных теней по Звездным войнам. И они все мне на самом деле нравятся. Мне нравится палетка Мандалорец. Но пока ее себе не приобрела. Вообще, палетки ColourPop очень классные, но в России они продаются по каким-то сумасшедшим ценам, и поэтому в России я их никогда не покупаю. Это еще не все. Здесь еще лежит... Да, я знаю, что это.
Это то, что я очень сильно ждала, потому что эту вещь я хотела взять с собой в отпуск. Это набор аксессуаров, набор чемоданов для кукол Integrity Toys. И откроем с вами сразу, потому что отдельно я обзор снимать не буду на эту штуку. Тут нечего особо много обзирать. Все в бумажке, конечно же. В прошлом году я делала предзаказ на эти чемоданы. И вот в этом году они, наконец, до меня дошли в очень красивой коробке. Сама коробка как чемодан. И все чемоданчики сделаны вот в этом стиле. И, конечно, я уже видела много фотографий, потому что уже всем пришло. Одна я ждала. На самом деле, очень долго ко мне шла посылка, не очень повезло мне. Но где-то месяц шла сама посылка. Какая красота! Вот это да! Посмотрите, как это красиво. Слушайте, все чемоданчики достану, отдельно отсниму, чтобы вы посмотрели на каждый из них. Все сниму внутри, снаружи. Очень красиво. Я знаю, что внутри у них вот такая подкладка. Да, то есть прям коробка сделана под цвет этих чемоданов. Очень красиво, так стильно. Ну, я определенно пойду и сейчас и переупаковываю все вещи своих кукол в эти чемоданы, чтобы они у меня тоже в отпуск поехали с чемоданами. Очень классно. Слушайте, я очень хочу себе такой набор. Я бы вот не отказалась от такого набора чемоданов. Очень красиво. И последняя коробка огромная. Она просто гигантская. И какая тяжелая, боже мой. В этой коробке находится гифт-сет с Поппи Паркер. И сделан он по настольной игре Hasbro, ретро-игра такая, годов из 60-х. Игра, где можно было выбрать, за там, какую девочку вы играете, вы собираетесь на свидание. И было 4 варианта. Там, вы идете на бал, кататься на лыжах, на пляж или в боулинг. И у каждой девочки был там ее ухажер в том виде, да, в котором он должен был пойти на какое-то мероприятие. И вы могли там либо выиграть, либо проиграть, и к вам приходил не тот, кого вы ждали, а сантехник. И вот по этому, по этой игре от Hasbro Integrity Toys выпустили 4 комплекта кукол. То есть мальчик и девочка. И интерес в том, что вы не знаете, какой вам попадется мальчик. Он либо попадется из той серии, которую вы выбираете, один из 4, да, по тематике, либо у вас там будет сантехник. И я выбрала из 4 только один гифт-сет. Я выбрала боулинг, потому что мне очень понравился. И мы сейчас с вами посмотрим на саму коробку, посмотрим на девочку, но дверку с мальчиком я открывать пока не буду. Мы ее посмотрим, когда я буду снимать обзор на эту куклу, и мы вместе с вами увидим, какой же мальчик мне попался. И кто же это будет? Мальчик из боулинга или все-таки сантехник? Так. Все непросто, конечно, да. Очень красивая коробка, она с такими ретро-рисунками под саму эту игру. Коробка просто огроменная. Это, мне кажется, самая большая коробка из всех, что у меня были. Итак, и вот здесь у меня сама девочка, Поппи Паркер, боулинг. А вот за этой дверью будет мальчишка. И кто он, мы с вами узнаем на распаковке. Ну что, друзья, у меня такое хорошее, интересное пополнение. Я пойду сниму вам чемоданчики еще и вставлю дальше их, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. А все остальное мы с вами очень скоро распакуем. И не забывайте подписываться на соцсети, потому что в ближайшие дни там будет очень много красивых фотографий. И по приезду обязательно будем с вами все это открывать и рассматривать.